Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Смекта. Смекта выпускается в виде пакетиков саше с порошком, который имеет два варианта вкуса – апельсиновый и клубничный. Действующее вещество – смектит диоктаэдрический. Относится к противодиарейным лекарствам, обладает обволакивающей способностью относительно слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Предупреждает водно-электролитные расстройства. Может сорбировать и выводить таким образом из организма токсические вещества и радионуклиды, производя детоксическое и абсорбирующее действие. Применяется в качестве энтеросорбента в симптоматическом лечении острой диареи у детей в возрасте от 1 месяца, а также в комплексной терапии взрослых с раствором для пероральной регидратации. При симптоматическом лечении хронической диареи при болях, связанных с кишечными заболеваниями. Содержимое пакетика необходимо растворить в половине стакана около 100 мл воды. Принимать внутрь до или после час-полтора после принятия пищи или лекарственных препаратов. Для ребенка содержимое пакетика допустимо смешать в бутылочке с 50 мл воды или компота, бульона, фруктового пюре, детского питания. Употребить необходимо в течение дня. Взрослым по одному пакетику саше 3 раза в день. В начале лечения дозировку допустимо удвоить. Не рекомендуется применение беременным женщинам или при грудном кормлении. Не применяется при повышенной чувствительности относительно одного из компонентов препарата. Также противопоказан при непереносимости фруктозы, галактозы. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.